Сегодня получилась достаточно упорная игра с Металлургом, но в третьем периоде, к сожалению, упустили преимущество. Почему? Ну, так получилось, что соперник сумел нашу ошибку воспользоваться, потому что весьма серьезно оппонент противостоял. В таких ситуациях, конечно, мы должны, когда представим сильному сопернику, суметь свои ворота, когда ведем 1-0, удержать это преимущество. Однако совсем плей-офф близко, мы сейчас изучим видео, проанализируем эту игру, естественно, должны только позитивный момент из этого вынести и уже дальше готовиться к следующему матчу. И, естественно, не зацикливаться на этом поражении, потому что оно обидное, но надо дальше готовиться. Получается так, что в принципе ментально сейчас осталось подготовиться, потому что с точки зрения травмы все лучше и лучше становится, и через игры, так, естественно, такой процесс, ты становишься, скажем так, более готовым, и все приходит через матчи. Сейчас самое главное сконцентрироваться на хоккее, на катании, чтобы, скажем так, прежний уровень возвращался, а так, в принципе, с точки зрения здоровья все хорошо.